здравствуйте. Какие достопримечательности Оренбургской области вы знаете? Культурные, природные? Мне очень нравится в Оренбурге краеведческий музей. Там еще есть национальная деревня и, конечно, Солилецк. Злузский бор, да. Солилецк. Солилецк, да, славится. Церковь в Саракташе, она входит? Да. Церковь, вот были неделю назад, там очень красиво. Там и пионы цветет, и розы, вообще все шикарно, великолепно. Солилецк были, да, это были мы, правда, давно, лет 5 назад. Ну, как бы, природа желает лучшего бы, как бы. Там нужно все-таки облагоустроить берега, вот эту все дела. Ну, а так вообще нормально природа. Еще, знаете, заповедников я знаю много. Ну, музей в старом городе, музей Шевченко считается достопримечательностью. Потом памятник в старом городе. Пушкину есть памятник напротив нашей школы. Так, памятник Ленина. Так, природные достопримечательности. Ну, гордость нашего Орска, Урал. Стрей много церквей построили, много, да, да. Это я в курсе. Я живу сама в Азии, старая часть города, поэтому там... Самое главное, более свободно стало проезд через Азию, Европу, через таможню, да, да. Россия, Казахстан. Конечно, я здесь родился, прекрасный город. Да. Это... Мы сами родились здесь, в Орске, поэтому наш любимый сюда город. Сюда и тянет. Сюда и тянет. Хотя в Германии он 20 лет прожил.